This is my eighth time. Это мой восьмой раз здесь. Наверное, первое, что я заметил, много зданий снова. А так, боевые искусства, мир, спорт расширил. Но боевые искусства здесь всегда были на хорошем уровне, но что изменилось, это больше появилось стили стали смешиваться, то есть разные группы вместе тренируются. И также люди больше стали заниматься для других целей, просто для соревнований. То есть просто так, для удовольствия. Первый семинар по бразильскому чтецу, который он здесь провел, был в 2001 году с Герасимом Валерием Максимовичем. Бразильскую школу мы там преподавали несколько мастер-классов. И тогда все знали семью Грейси, но никто еще не знал, что это бразильский чтец. С того времени мы уже потом провели мастер-класс в Пенсингане, Оли Панаева, Будда-центре. В 2006 году приехали наши студенты, и мы провели матчевые встречи США против России, и там был граблинг, матчи по граблингу. Мне нравится этот взгляд, потому что это много напоминает дзюдо. И даже в нашей школе там, в Америке, мы пользуемся приемами капсагай, иногда и капсагай, вот, для того, чтобы для формирования баланса, координации. Хотелось бы, чтобы люди приехали к нам. Вот. Ну и также мы хотим сюда продолжать отвечать тоже. Но вот сейчас следующий шаг. Это тестировать как-то нужно людей, чтобы не было официального рамка джитсу, что мы надеемся предложить. Пару тренировок в этот раз сходили. Мы, конечно, болели за наших ребят на соревнованиях по самбо и дзюдо. Но мы приезжали и более плотно с ними работали в 2004 году и в 2008 году. В 2012 году здесь были, но